Привет, друзья! Сегодня у нас на канале новинка от компании Infinit. Это уже их третий нож. Он называется Pufferfish, то есть рыба-фугу. Приходит уже в знакомом для нас чехле. С лицевой стороны шеврон на липучке, с обратной стороны лямки на пояс, двухпозиционные, молния закрыта и внутри два отделения. Одно под нож, второе под фирменную салфетку. Рыба фугу выполнена из титана, если мы говорим о рукояти, и в титане имеются вот такие вставки из макумегане. Вставки двух видов, светлые, как у нас на обзоре, также на сайте продаж доступна более темная версия. Кроме визуального эффекта, вставки имеют тактильный эффект, то есть нож приятно удерживать в руке. Титан обработан, и под титан обработана также фурнитура, это очень приятно. Крупное темлячное отверстие, и с торца мы наблюдаем бэкспейсер. Бэкспейсер титановый, практически на пол длины рукояти, и далее мы видим вот такие декоративные ролики, дизайнерский элемент, но они делают конструкцию прочнее. С обратной стороны замок фреймлок с сухарем, он же ограничитель фрейма, есть опять же вставка из макумегане и титановая клипса. Клипса обработана под цвет рукояти, отличной гибкости и хорошая глубокая посадка. Клин четко по центру, керамические подшипники на осевом, керамический шарик детента и на осевом также снята лыска. Надо отдать должное производителю, лыска снята очень грамотно, только лишь в том месте, где осевой заходит в плашку. Открывается нож несколькими способами. Есть плавник, первый способ. Очень мягкая механика с коробки, без резких каких-то движений, мягко открывается клин. Также можно воспользоваться большим пальцем и открывать нож вот так за хол. И третий вариант, это третий палец. Очень легко и непринужденно клинок вылетает из рукояти. Лично для меня все три способа достаточно комфортны, и даже я не могу определиться, какой из них лучше. Далее рассмотрим замок. Здесь фреймлок заходит вот так на начало. Как видите, не продавливается и не подлипает. Отлично работает замок. Если мы заглянем внутрь, увидим, что, естественно, здесь титановые плашки не облегчены, потому что у нас идет вставка из макуме снаружи, но мы видим внутри несколько технологических отверстий, скорее всего, они нужны для крепления этих же вставок. Далее обратим внимание на баланс, при этом он четко на подпальцевой выемке, вес всего 118 грамм, при длине клинка 81 миллиметр, в обухе не толстый, всего 3,2 миллиметра. Подробнее рассмотрим клинок. Он выполнен из стали М390, высокие спуски, обработка Stone Wash. Холл имеет несколько уровней, все фаски сняты, тончайшее сведение вплоть до холла. То есть ножичек очень-очень тонко сделан, и это, наверное, самая утилитарная модель из всей серии бесконечного производителя. Если мы возьмем прошлый сумрак или злодей первый, то увидим, что здесь самый рабочий клинок, то есть он тонкий, он высокий. Этот нож не только не стыдно показать кому-то, похвастаться друзьям, но и с теми же друзьями можно нарезать колбаску, сальцо, помидорчики и, так сказать, применить его в работе. Да, прошлые модели имели больше визуальный эффект, но вот эта рыба фугу, кроме визуального эффекта, который, конечно, чуть-чуть меньше, имеет еще и эффективный клин, который делает этот нож сам эффективным. То есть, кроме того, что им можно любоваться, им еще можно отлично работать. Нарезать здесь широкий, тонкий клин, тонкий по обуху и тонкий по сведению. Еще на один момент хочу обратить ваше внимание по клинку, что здесь нет никаких лишних надписей, лишних логотипов. Именно вот так делается качественный дорогой нож, который не уродуется надписями. Здесь ничего вы не найдете, кроме скромной маркировки стали М390 на плавнике. И где-то там в глубине рукояти есть логотип дизайнера, имя которого Чарли. Вот все, что нужно для того, чтобы нож смотрелся шикарно. Любой логотип на спусках определенно уродовал бы этот клинок. А так сделано все
скромненько, но со вкусом. Далее по клинку хочу обратить ваше внимание, что на нем, если сравнивать в кавычках с эталоном, достаточно мяса. Все сделано, продумано хорошо. И кроме того, здесь сталь М390, которая не такая хрупкая, как D2. Поэтому, если вы боитесь, переживаете по нагрузкам, то нужно опасаться только насчет кончика. Потому что он здесь в меру, ну, практически деликатен. Это такой резачок. Но по осевому здесь очень все надежно и отлично все сделано. Далее рассмотрим, как нож ощущается в руке. Как я сказал в начале видео, Макуме, кроме того, что имеет визуальный эффект, имеет еще очень приятный тактильный эффект. Текстура Макуме в чем-то даже лучше, чем если бы на титане была микронасечка. То есть это приятно и глазу, и приятно руке в удержании. Нож отлично подошел на мою руку, на средний размер. Есть вот такой хват с большим пальцем. На обухе есть небольшой чел. В принципе, конечно, здесь не разгуляться, не на большую руку, но для меня все отлично. Что можно отметить в итоге? Да, нож, конечно, больше имиджевый, здесь вставка из Макуме, М390, титан, керамика и так далее. Но если смотреть на всю серию целиком бесконечного производителя, то это самый утилитарный нож из серии. Да, на Сумраке там более красивая вставка из Макуме, на мой взгляд, хотя многим показалось это цыганщиной, писали в комментариях, но мне нравилось. Здесь чуть попроще, но здесь более лучший клинок, как на мой взгляд. Кроме того, что он красивый, какой-то цепляющий в глаз, он еще и при этом режет. Тонко сведенный, тонкий обух, и в целом по клинку вопросов нет. Интересный дизайн, подходящий клин под рукоять. Что по цене? Здесь, конечно, вопрос сложный. Естественно, такие ножи дешево не стоят. Цена ножа $230, но вот почему я спешил сделать именно обзор этот побыстрее, чтобы все любители таких ножей, как Infinity, 9 район, успели купить его по акции, которая сейчас идет $180. Я думаю, они не пожалеют, потому что лично мне этот нож понравился, и я думаю, он надолго засядет у меня на кармане. На этом все, все ссылки в описании. До новых встреч, пока!